Всем привет! В этом видео мы вам покажем наше новое помещение в торговом центре столицы. Оно такое большое, что без нас вы точно там потеряетесь. И обязательно досмотрите это видео до конца. Раскроем вам наши ближайшие планы. В торговом центре столицы есть очень много разных входов, но мы с вами направляемся через подземный переход возле гостиницы «Минск». Так будет ближе. Спускайтесь в подземный переход и поворачивайте направо. И сейчас вам надо просто идти по прямой и два раза съехать на эскалаторе вниз. Сейчас пройдем вместе, и вы все увидите. Первый ближайший эскалатор наш. Он съезжает с верхнего уровня на средний. Дальше мы идем прямо-прямо до следующего эскалатора, который съезжает уже на нижний уровень. И вот мы приехали. Наш магазин открыт для вас ежедневно с 10 утра до 10 вечера. А если вы приехали на метро и спустились с главного входа, то вашим ориентиром на нижнем уровне может служить KFC, рядом с которым по правой стороне и будет наш магазин. Не стесняйтесь и заходите. Посмотрим вместе с вами ассортимент этого магазина. Здесь у нас представлен обширный ассортимент тканей и также фурнитуры. Есть разные совершенно производители. Здесь у нас иголочки, ниточки, молнии, другие швейные аксессуары. Очень много постельных тканей турецкого производства. Также эксклюзивные итальянские ткани и очень много турецких, китайских и белорусских производителей. Плательный, костюмный, курточный, пальтовый ассортимент и много тканей для декора. И это еще не все. Совсем скоро заполнится наш следующий большой зал. Здесь вас ждет просто невероятное количество других тканей. Все то, чего вам так не хватало раньше в столице, будет в одном месте. Ждем с нетерпением. Кто уже был в нашем новом помещении? Пишите в комментариях ваши впечатления. А кто еще не дошел, обязательно приходите. Вам точно у нас понравится.